Привет! 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 Good. How are you? Muy bien, muy bien. Good. So let's go. Намордники обязательно в пассажирской зоне. Hola. Hola. Привет. Здесь театр. Бродвей. Вот здесь театр? Да. Жан-Филипп, да, он шоколад, видишь, как крутой типа. Вам можно, мне нельзя. Ассоциации, да, ассоциации такие разные. Вообще. Срабатывает. Ну там дальше закрыт ресторан еще. Окей, let's go up. Upstairs. Это мы здесь, панорама ресторан. Мы были там в конце. Это мы сейчас на седьмом. А, мы поднялись да, на седьмой, мы поднялись. Да. Карусель, ланч, терраса. Это спортплекс. Здесь игровая зона. Sono para tocar, virtual, virtual business. Para mim. Ai. Ai, eu sou bonito. Ai, eu sou lindo. Go with the mom.
Идем, идем, на улицу. Thank you. Рис хороший, кстати. Это картошка, да, с цветной капустой. Морепродукты, наверное, какие-то. Одни и те же еды. Да. Итак, время трапезы, и вот такой вот у нас стол. Релу выбрал себе мясо, курица, говядина какая-то, да? Или что это? Да, это говядина, что-то такое. Сыр. Карне де вака. Карне де вака. Телятина. Да. Говядина. У меня рыба, салат. Потом какая-то веганская котлетка, не знаю. Да, да, да. Да, фрукты, ну это стандартный десерт, набор. Стандарт. Итак, это моя тарелка. Рыба, салат, фрукты. Приятного аппетита нам. Bon provecho. Bon provecho. Bon provecho. Хочешь вернуться? Интервью. Нет, не хочу, Игорь, честно. По три шоу, я два шоу работала. И это тяжело, когда ты работаешь с отдачей. А мы работаем с отдачей.
да. Как хороший артист, да? И три шоу это вырванные связки, и, наверное, этого не стоит. Да, я хожу уже неделю без голоса. Да. Ну вот тогда. Поэтому, ну это тяжело, это физически тяжело. Когда поднялась на борт ассоциации, какие были? Запах корабля у меня сразу. Но ассоциации такие тяжелые, не хорошие ассоциации. На суше, наверное, приятнее работать, да? Да, ну на суше приятнее, хотя у меня нет сейчас такой работы, и я скучаю по постоянно. Сцене. Да, но лучше так, наверное, лучше пока на суше. Там дальше посмотрим. Хорошо. Когда у тебя есть семья, ми фамилия. Да, это самое главное. Да, и это, наверное, самое главное, действительно. Да. Чао, адиос, адео, hasta luego. Итак, друзья, это была небольшая прогулка по пассажирской зоне круизного лайнера MSC Meraviglia. В данный момент на борту 4500 пассажиров и 1500 экипажа. Это большой и шумный муравейник на воде. И если честно, то такой метод отдыха не для меня. Но, как говорится, каждому свое. До встречи, друзья. Пока.